Всем привет, друзья! С вами Александр Петров. И сегодня у нас с вами для распаковки очень интересная штука. Называется она Samsung Gear VR. Это, в общем, можно сказать, устройство для виртуальной реальности, которое, к сожалению, нельзя использовать без телефона. Для того, чтобы им воспользоваться, нужен Samsung Galaxy Note 7, Samsung Galaxy S7, S7 Edge, Note 5, S6 Edge, S6, S6 Edge Plus. Короче говоря, ноуты и телефоны из 6 и 7 серии вам здесь помогут для этих так называемых 3D очков. Ну, на самом деле выглядит все круто, но все-таки это не 3D очки, а только приспособление для телефона, чтобы телефон превратился в 3D очки. Кстати, есть некоторое количество приспособления а-ля буквально просто даже из картона. Google делает такая же коробочка с линзами. И, в общем-то, тоже на телефоне, на котором есть акселерометр, можно достаточно запросто сделать себе и виртуальную реальность. Но здесь все гораздо интереснее, потому что здесь есть кнопочки, которыми можно управлять в процессе там движухи, в процессе того, что у вас происходит. И это, в общем, обещает быть более интересным. Давайте раскроем коробку и посмотрим, что же там внутри. Итак, давайте приступим, собственно, к открыванию. Значит, здесь у нас с двух сторон коробочка расщепиливается. Посмотрим. Ага. Ее надо вытащить специальную штучку изнутри. Сейчас мы это и сделаем. Вот у нас она выезжает. Одной рукой, конечно, делать все это не фонтан. Убираем коробочку в сторону и смотрим, что у нас здесь есть. Посмотрите, достаточно легкая такая штука. Вроде достаточно симпатичная. Выглядит так хай-течненько. Вся запакованная в пластике. Сейчас этот пластик сорвем и посмотрим, что дальше. Так, пластик мы убрали. Ну вот, посмотрите, внутри такие вот совершенно шикарные линзы. Сейчас мы на них попробуем нафокуситься. Да, вот, смотрите, линзы, которые будут позволять вам видеть все то, что происходит внутри. Ну, а что будет происходить внутри? Вот здесь вот есть, как видите, специальный... так, как-то он, наверное, включается. Специальное место для установки телефона. То есть вот сюда вот вкладывается наш Samsung Galaxy или Samsung Galaxy, все что угодно, там какой у вас есть. И, собственно, происходит движуха. Давайте посмотрим, что у нас еще вот в этой маленькой коробочке. Руководство пользователя. Ну, это все, конечно, очень интересно, но не для русского человека. Вот это вот, я так понимаю, веревочка, которая должна вести вокруг головы, чтобы превращать эти очки в самые настоящие 3D очки. И здесь, видимо, тоже такая же штука. Что у нас тут? А это переходничок. Кстати, какой-то интересный переходничок. Сейчас попробуем его разобрать, посмотреть, куда он ставится. Заряжается ли каким-то образом эти очки, если там какая-то внутри электроника, черт его знает. Но я знаю, что вот это вот тачпэд и вот это вот две кнопки, как видите, Home и назад. Соответственно, значит, может быть, как-то они всем делом этим управляют. Сейчас все соберем и будем пробовать в действии. А я, кстати, разобрал, что это за переходничок. Вот посмотрите, вот здесь вот штекер для непосредственно вот так вот, наверное, ведемся, видно. Сюда вставляется телефон. И вот эти вот переходники, они, наверное, нужны для того, чтобы использовать, ну, скажем, там, Note или S6, и телефоны, которые по размеру немножко другие. Вот я понимаю, именно так это происходит. Сейчас соберем все вместе. Ну и примерим. Ну что, дамы и господа, вроде все собрано. Посмотрите, как все это укладывается на голове. Осталось только вложить, так сказать, телефон вот в это место и начать пользоваться всем этим делом. Значит, что касается цены. Стоит удовольствие, если я не ошибаюсь, 8990 рублей, то есть практически 9000, ну или что-то около того.
На мой взгляд, честно говоря, если к обычной картонной коробочке приделать веревочки, будет, в общем, не сильно хуже. Но, может быть, я ошибаюсь, иду погружаться в мир виртуальной реальности. Если будет интересно, расскажу вам. Подпишитесь на канал, поставьте лайк под видео. С вами был Александр Петров. До новых встреч. Пока-пока.